Ну вот, мы покидаем храм Свято-Никольский, где служил в свое время отец архимандрит Серафим Тяпочкин. Очень приятно, что побывал в этом храм, в храме, за честь. Я это принимаю. Именно в этом храме и живет Бог по-настоящему. Кто когда-нибудь собирается в паломническую поездку и по средней полосе Руси, для России. И вообще, когда вы собираетесь в паломническую поездку, обязательно зайдите в этот храм, так как в этом храме обитает Бог. В этом храме Бог живет, так как иконы благоухают, даже воздух особый в этом храме. Не знаю, как это объяснить, чем это объяснить, я даже не знаю. Но он здесь есть. Я очень рад, что я здесь был. Это действительно очень важно. Территория храма большая, тут даже сады вот есть. Дальше, если мы посмотрим, есть куда дальше расстраивать. Может, когда-нибудь здесь, если даст Бог, будет и монастырь стоять. И к тому моменту отца Серафима канонизируют. Есть исключительный случай, когда действительно отец Серафим достоин канонизации. И дай Бог, чтобы так оно это и произошло.